Итак, 7 шайб мы сегодня увидели. Шин счет открывал в нашей встрече с передачей Савицкого и Кучина. Нужно отметить классную передачу Кучина. Ну и тут замыкал верхний угол Шин. Дальше Климешов счет сравнял. Бросок с кистей, там шайба то ли зафиксировалась, то ли нет. Не сразу заметил шутов. Ну и счет становится 1-1. Из-под мышки она у него выскакивает. Дальше Дзидаев с передачи Тымченко. В большинстве счет делает 1-2. Верхний правый угол забрасывает с кистей Дзидаев. Все в том же первом периоде. Курсакбаев очень быстро счет сравнивает с передачей Серегина и Тихомирова. Счет становится 2-2. Отличный бросок от синей линии получается у защитника. Ну а затем Юшков выводит Алматы вперед с передачи Чемерилова. В касание бросал. Даже не бросал, а подставлял клюшку, да? И шайба прямиком в ворота отправляется. Ну а дальше забивали только гости. Кучин с передачи Шина из Савицкого. Счет сравнивает. Хорошая передача. Отличный гол в исполнении гостей. Ну и Угольников делает передачу на все того же Кучина. Кучин делает дубль. Счет становится в этой встрече 3-4. Он становится окончательным. Хороший гол от синей линии получается забросить у Каменогорцев. Ну и счет в серии становится 0-2. И Алматы отправляется в Усть-Каменогорск, где уже нету шансов на ошибку, где нужно будет побеждать все две встречи. Ну а Усть-Каменогорцев поздравляем с победой.